Привет! Меня зовут Ольга, и в этом видеоуроке я вам предлагаю сплести вот такого маленького замечательного котенка. Если вы только начинаете плести, вязать игрушечки амигуруми, то такие маленькие фигурки, несложные совершенно, они, конечно, будут самым оптимальным вариантом для начала вязания. Итак, давайте приступим к вязанию вот такого котеночка. Сегодня он у меня будет вот таким вот сиреневым, светло-сиреневым. Нам понадобится немного сиреневой пряжи. Я использую кроху. Как я уже говорила в прошлом уроке, я все эти кеточки вкладываю внутрь моточка, чтобы потом не потерять. Кроха, цвет кристалл. Значит, здесь у нас с вами 135 метров на 50 грамм. Достаточно плотненькая, толстенькая пряжа. И вязать ее я буду крючочком 3,5. Вот такой крючок. 3,5. Вот он. Также нам понадобится две бусинки для глазок и вот такой вот носик. Если носик такой вы купить нигде не сможете, то, в принципе, можно будет его вышить самостоятельно. В следующих уроках я покажу, как это сделать, как вышиваются такие носики, в случае, если у вас под рукой нет гвоздиков. И также нам с вами понадобится бусинка для цветочка, немного пряжи других цветов ярких для цветочка и вот такая вот зеленая пряжа. У меня это тоже кроха, цвет аспарагус. Такой достаточно красивый, насыщенный зеленый цвет. Ну что, давайте начнем. Итак, отматываем небольшое количество ниточки. Вот так вот располагаем на руке и обводим вокруг двух пальчиков. Мизинчиком поджимаем рабочую нить. Берем крючок, заводим под ниточку первую и захватываем вторую. Вытягиваем, поворачиваем. Дальше подхватываем уже рабочую нить и делаем петельку. Мы начинаем делать магическое колечко. И начали мы его с вами с скользящего узелочка. Вот эта вот петелька, она не считается. Теперь нам с вами вот в это колечко нужно сделать 6 столбиков без накида. Заводим внутрь колечка крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем. Снова захватываем нить и протягиваем через все, что есть на крючке. Первый столбик готов. Снова заводим крючок, подхватываем нить, снова подхватываем и проводим через все, что есть на крючке. Второй столбик готов. Снова заводим нить, подхватываем, вытягиваем, снова подхватываем и проводим через все, что есть на крючке. Старайтесь, когда вы выводите ниточку через все, что есть на крючке, не делать ее длинной, вот эту вот петлю, а стараться делать максимально, то есть подтягиваете эту ниточку, чтобы максимально плотненько прилегала вот эта вот петелька, торчала от столбика самого. Тогда у нас с вами получится все очень ровненько и красиво. Итак, третий столбик мы с вами связали. Четвертый делаем точно так же. Пятый столбик также. И самый последний, шестой столбик. Вот таким вот образом. Теперь берем свободный кончик от колечка, вот этот вот маленький хвостик, и придерживаем то, что у нас с вами есть на колечке, вот эти столбики, которые только что связали. Просто подтягиваем магическое колечко. Затягиваем его. Старайтесь затянуть плотненько, чтобы дырочки как можно меньше было видно. И начинаем вязать дальше. Первый ряд магическое колечко мы сделали. Во втором рядочке мы каждую петельку удваиваем. Заводим крючок в самую первую петельку. Подхватываем рабочую нить, протаскиваем через петельку, снова захватываем нить и протаскиваем через все, что есть на крючке. Первая петелька второго ряда у нас готова. Теперь мы с вами заводим крючок в эту же петельку, куда заводили только что. Подхватываем рабочую нить, протягиваем ее через петлю
и провязываем все, что есть на крючке, второй столбик. Теперь заводим крючок в следующую петельку. Это у нас с вами вторая. И тоже делаем 2 столбика без накида. Первый. И в эту же петельку. Второй. Дальше заводим крючок в следующую петельку. Третья петелька. Первый. И второй. Следующая петелька, четвертая, первый и второй. Пятая петелька, первый и второй. И последняя, шестая петелька, первый и второй. Все, второй рядочек для нашего котеночка мы с вами сделали. Сейчас я немножечко отмотаю ниточки, чтобы клубок у меня по столу не катался. Продолжаем. Сейчас нам уже с вами нужен будет маркер. Вы можете использовать ниточку отдельную, можете использовать вот такие маркеры, они продаются в любом магазине рукоделия. Я люблю, и мне больше нравится использовать хвостик от магического колечка. На мой взгляд, это проще, ничего не надо втыкать никуда, просто проложить ниточкой последнюю петельку и провязывать дальше. Итак, в следующем рядочке мы с вами делаем 18 петель по схеме 1-2. Первую петельку провязываем одну. Один столбик без накида. Во вторую петельку 2. Сначала заводим крючок во вторую петельку. Провязываем 1 столбик. Снова заводим крючок в эту же петлю и провязываем еще 1 столбик. То есть вторую петельку мы с вами удвоили. Следующая петелька 1 столбик. Следующая 2. Первый. И второй. Мы сейчас с вами провязали четвертую петельку второго ряда. Пятая петелька 1 столбик. Шестая петелька 2. Первый и второй. Седьмая петелька 1 столбик. Восьмая петелька 2. Первый и второй. Девятая петелька 1 столбик. Десятая 2. Первый и второй. Одиннадцатая петелька 1 столбик. Двенадцатая петелька 2. Первый и второй. Все, мы с вами провязали все петельки второго ряда, и в третьем ряду у нас получилось 18 петель. Теперь мы аккуратненько вытаскиваем вот эту ниточку. Если вы использовали маркер, то его меняем на следующий ряд. Прокладываем следующую петельку. И в четвертом рядочке мы с вами провязываем 24 петли по схеме 1-1-2. Первую петельку провязываем 1 столбик. Во вторую петельку 1 столбик, третья петелька 2, первый и второй. Четвертая петелька 1 столбик, пятая 1, шестая 2 столбика, первый и второй. Седьмая 1, восьмая 1, девятая 2, первый и второй. Десятая 1,
11, 1, 12, 2, 1 и 2. 13, 1, 14, 1, 15, 2, 1 и 2. 16, 1, 17, 1, 18 петелька, 2 столбика, 1 и 2. 4 ряд мы с вами провязали, и в 5 рядочке мы увеличиваем количество петелек до 30. Провязываем по схеме 1, 1, 1, 2, то есть 3 петельки по одному столбику, 4 петелька, 2 столбика без накида. Переодели ниточку, заводим крючок в первую петельку и провязываем 1 столбик. Вторая петелька, 1 столбик. Третья петелька, 1 столбик. Четвертая петелька, 2 столбика. Первый и второй. Пятая петелька, 1, шестая, 1, седьмая, 1, восьмая петелька, 2 столбика, первый и второй. Девятая, 1, десятая, 1, 11, 1, 12 петелька, 2 столбика, 1 и 2. 13, 1, 14, 1, 15 петелька, 1 столбик, 16 петелька, 2 столбика, 1 и 2. 17 петелька, 1, 18, 1, 19, 1 и 20 петелька, 2 столбика, 1 и 2. 21 петелька, 1, 22, 1, 23, 1 и 24 петелька, 2 столбика, 1 и 2 столбик. Все, все увеличения для нашего котеночка мы с вами сделали, и дальше следующие 6, 7 и 8 рядочек, 3 ряда мы провязываем по одному столбику в каждую петельку. Первая петелька, 1 столбик, вторая, 1, третья, 1, четвертая, 1, пятая, 1, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 петелька.
30 петелечек в ряду у нас получилось, и 6 рядочек мы с вами провязали. Дальше 7 и 8 ряд вы провязываете самостоятельно. И не забывайте прокладывать ниточку или переодевать маркер в начале каждого ряда. А сейчас в это видео поставьте на паузу и 2 рядочка провязывайте без меня. Дальше ко мне возвращайтесь, и мы продолжаем вязать нашего котеночка. Ну вот, 8 рядочков я провязала, и давайте рядочки эти посчитаем. Первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой ряд. По 30 петелек в ряду. В 9 ряду мы с вами делаем убавление. Сейчас у нас 30 петелек, и мы убавляем 6 петелек и делаем 24. Заводим крючок в первую петельку и провязываем столбик без накида. Во вторую петельку столбик, в третью петельку столбик, а вот в четвертой петельке мы с вами делаем убавление. Нам нужно провязать четвертую и пятую петельку вместе. Есть несколько способов провязывания. Итак, первый способ. Мы заводим крючок в четвертую петельку, подхватываем рабочую нить и оставляем ее на крючке. Заводим крючок в пятую и снова подхватываем рабочую нить. А теперь провязываем все, что у нас с вами есть на крючке. Вот, мы с вами убавили одну петельку, но мне такой способ не нравится, потому что, видите, дальше при провязывании он будет отличаться от петелек, которые у нас с вами идут в рядочки. И, в принципе, такое убавление будет заметно. Так, я предлагаю вам делать убавление следующим образом. Смотрите, у нас с вами петелька состоит из двух частей. Передняя стеночка и задняя стенка. Вот мы с вами захватываем переднюю стеночку четвертой петельки. Останавливаемся, заводим крючок снова и захватываем переднюю стенку пятой петельки. То есть, видите, у нас с вами на крючочке две передние стеночки, четвертой и пятой петли. И теперь подхватываем рабочую нить, продеваем через обе стеночки и провязываем. Снова начинаем считать с циферки 1. Первая петелька 1 столбик, вторая петелька 1 столбик, третья петелька 1 столбик, четвертая и пятая петельки вместе. Захватываем переднюю стеночку четвертой, переднюю стеночку пятой, провязываем это все одной ниточкой, вытягиваем ее, а теперь провязываем все, что есть на крючке. Снова первая петелька 1 столбик, вторая петелька 1 столбик, третья петелька 1 столбик, четвертая и пятая вместе, переднюю стеночку четвертой, переднюю стеночку пятой, захватываем нить, проводим через стеночки, захватываем нить, провязываем. Снова первая 1 столбик, вторая 1 столбик, третья 1 столбик, четвертая и пятая вместе, переднюю стеночку четвертой, переднюю стеночку пятой, провязываем и провязываем. Снова первая 1, вторая 1, третья 1, четвертая и пятая вместе, четвертая, пятая вместе. Снова первая 1, вторая 1, третья 1 и последние 2 петелечки, четвертая и пятая вместе. Все, мы с вами провязали 9 рядочек. Снова одеваем наш маркер или прокладываем ниточку и провязываем 10 ряд, 24 петельки. Первый столбик,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий и последний 24-й столбик. И вот смотрите, у нас с вами вообще не видно места, где мы с вами делали убавление. У нас все петелечки идут одинаковые. Очень красиво и аккуратно получается. Следующий 11-й ряд, и мы снова делаем убавление. Прокладываем ниточку. Первая петелька 1 столбик, вторая петелька 1 столбик, третья и четвертая петельки вместе. Снова заводим переднюю стеночку 3, переднюю стеночку 4, провязываем и провязываем. Снова 1, 1, 2 вместе, 1, 2. Провязали. 1, 1, 2 вместе, 1 и 2. 1, 1, 2 вместе. Первый, второй. Снова 1, 1, 2 вместе. Первый, второй. И последний раз. 1, 1 и 2 петельки вместе. Первая и вторая. Провязываем. Все, мы с вами провязали сейчас 11 ряд. 18 петелек в ряду у нас с вами получилось. И в следующем ряду мы провязываем тоже 18 петелек по одному столбику в каждой петле. И заодно посчитаем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. 18 петелек, все правильно. Видите, у нас уже формируется наша тельце для котенка. В следующем ряду мы тоже делаем убавление. Прокладываем ниточку. Первая петелька 1 столбик, вторая и третья вместе.
переднюю стеночку второй, переднюю стеночку третьей, провязываем, провязываем. Снова 1, 2 вместе. Передние, передние, провязываем, провязываем. Снова 1, 2 вместе. Передние, передние, провязываем, провязываем. 1, 2 вместе. Передние, передние, провязываем. 1, 2 вместе, передние, передние, провязываем, провязываем. И последний раз. 1 и 2 вместе, передние, передние. Вот таким вот образом мы с вами связали тельце для нашего котеночка. Немножечко вытаскиваем ниточку, и теперь нам надо с вами добавить наполнителя внутрь. Вот эту ниточку мы вытаскиваем, и дальше я буду уже использовать вспомогательную ниточку. А сейчас мы добавим наполнителя внутрь, потому что в следующем рядочке мы тоже делаем убавление, и добавить наполнитель уже будет очень и очень и очень сложно. Добавляем. Еще берем наполнителя и еще добавляем. Достаточно плотный котеночек у нас с вами должен получиться, поэтому наполнителя сюда не жалейте. Еще можно чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Ну вот, мы добавили наполнителя, немножечко его внутрь туда утрамбуем. Берем, заводим крючок в петельку и подтягиваем ее до нужного размера. В следующем ряду мы с вами делаем убавление до 6 петелек и провязываем вместе каждую 2 петельки, заводя крючок в половинку петли за переднюю стеночку. Первые 2 соединили, вторые 2, третьи 2, четвертые 2, пятые 2. И последние 6 2 петельки. Мы с вами провязали 14 ряд. В 15 ряду мы провязываем 6 петелек, делаем шею для нашего котеночка. И здесь можно, нужно проложить ниточкой. В прошлом ряду я этого не сделала, я просто посчитала, у нас там все было с вами ровненько. Итак, провязываем 6 петелек. Это сделать достаточно сложно, дырочка очень маленькая, но мы с вами справимся, и все у нас получится. Первая петелька провязали. Вторая петелька провязали. Третья.
третья петелька, провязали. Четвертая петелька, провязали. Пятая петелька, провязали. И последняя, шестая петля. В следующем ряду мы уже сделаем прибавление, и, конечно же, так сложно это вязать не будет. Ну, само вязание не сложное, достаточно сложно в такие маленькие отверстия просовывать крючок. И в следующем рядочке давайте будем удваивать петельки. В следующем рядочке мы с вами удваиваем петельки. Снова прокладываем ниточкой между первой петелькой следующего ряда и последней предыдущего. Заводим крючок в петельку и провязываем 2 столбика. Первый и второй. Во вторую петельку провязываем тоже 2 столбика. Первый. И второй. В третью петельку 2 столбика. Первый. И второй. Четвертая петелька 2 столбика. Первый. И второй. Пятая петелька 2 столбика. Первый и второй. И последняя, шестая петелька, тоже 2 столбика. Первый и второй. Мы с вами провязали 16 ряд, и в 17 ряду мы тоже делаем прибавление. Прокладываем снова ниточкой начало ряда. Вот эта ниточка мне мешает, сейчас ее пока спрячу внутрь, потом мы ее с вами вытащим. Пускай так болтается. Проложили начало ряда. И начинаем провязывать по схеме 1-2. Первая петелька 1 столбик, вторая петелька 2, первый и второй, третья петелька 1 столбик, четвертая петелька 2. Первый. И второй. Пятая 1, шестая 2, первый и второй. Седьмая 1, восьмая 2, первый и второй. Девятая 1, десятая 2. Первый и второй. Одиннадцатая 1. И последняя 12 петелька 2 столбика. Первый и второй. В следующем ряду мы провязываем с вами по схеме 1-1-2. Делаем 24 петельки. Первая петелька 1 столбик. Вторая петелька 1 столбик, третья петелька 2, первый, второй, четвертая 1,
пятая 1, шестая 2. Седьмая 1, восьмая 1, девятая 2, первый, второй. Десятая 1, одиннадцатая 1, двенадцатая 2, первый, второй. Тринадцатая 1, четырнадцатая 1, пятнадцатая 2. Первый, второй. Следующая петелька. Один столбик. Следующая 1. И последняя петелька в этом ряду 2 столбика. Первый и второй. Итак, мы с вами увеличили количество петелек до 24 и провязали 18 рядочков. В 19 ряду мы тоже увеличиваем количество петелек до 30. Первая петелька 1 столбик, вторая петелька 1 столбик, третья петелька 1 столбик, четвертая петелька 2, первый и второй. Снова с циферки 1. Первая 1 столбик, вторая 1 столбик, третья 1 столбик и четвертая петелька 2 столбика. Первый и второй. Снова считаем с циферки 1. Первая 1, вторая 1, третья 1, четвертая петелька 2 столбика. Первый и второй. Снова с циферки 1. Первая 1, вторая 1, третья 1 и четвертая петелька 2 столбика. Первый и второй. Снова с цифрой 1. Первая 1, вторая 1, третья 1, четвертая петелька 2 столбика. Первый и второй. Снова с циферки 1. Первая 1, вторая 1, третья 1 и последняя четвертая петелька 2 столбика. Первый и второй. 30 петелек в рядочке у нас с вами получилось. Перекладываем ниточку и провязываем дальше. В этом ряду провязываем по одной петельке, по одному столбику в каждую петлю. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 и последняя 30 петелька. Петелечка. 30 петелек у нас с вами в рядочке, все правильно. И в этом ряду, в 21, мы делаем убавление. Прокладываем снова ниточку или одеваем маркер. Итак, первая петелька, 1 столбик, вторая петелька, 1 столбик, третья петелька, 1 столбик, 4 и 5 петельки вместе за переднюю стеночку захватываем, 4 и 5, провязываем петелечки и все, что есть на крючке. Снова 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 и 5 петелечки вместе. Первая 1, вторая 1, третья 1, четвертая и пятая вместе. Снова первая 1, вторая 1, третья 1, четвертая и пятая вместе. Первая 1, вторая 1, третья 1, четвертая и пятая вместе. Первая 1, вторая 1, третья 1 и последние 2 петелечки провязываем вместе. 24 петельки в рядочке у нас с вами получилось. И следующие 2 ряда мы провязываем по одному столбику без накида в каждую петельку. То есть 24 петельки на протяжении 2 рядов. 22, 23. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 петелька. Все правильно. Снова прокладываем ниточку и провязываем дальше. Тоже по одному столбику каждую петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Ну вот, 2 рядочка мы с вами провязали. И теперь мы с вами делаем убавление. Прокладываем ниточку или переодеваем маркер. И начинаем делать убавление до 18 петелек. Первая
1 столбик, 2, 1 столбик, 3, 4 вместе, 3, 4 вместе. Снова 1, 1 столбик, 2, 1 столбик, 3 и 4 вместе. Один, один, два вместе. Первый, второй вместе. Один, один, два вместе. Первый, второй вместе. Один, один. Два вместе. Первый, второй. Один, один, два вместе. В следующем рядочке тоже делаем убавление. Первая петелька, один столбик, вторая и третья вместе. Снова один столбик, две вместе, первая, вторая вместе. Снова один, две вместе, первая, вторая. Снова один, две вместе, первая, вторая. Снова один, две вместе, первая, вторая. Снова один и две вместе. Ну, в принципе, можно сказать, что наш котеночек готов. Нам осталось наполнить голову для него и сделать ушки и сшить голову. Немножечко по-другому я сейчас буду делать. Здесь я просто колосочком пришивала ушки, пришивала голову и столбиком с накидом провязывала ушки. Ну, сейчас я сделаю чуть-чуть по-другому и покажу вам в то же время, как сделать вот так. Так, конечно, проще. Сейчас мы с вами будем делать ушки и сшивать голову. Для сшития головы таким способом, которым буду делать котеночка я сейчас, нам с вами нужна будет иголка с толстым ушком. Если вы будете делать таким же образом, как вот здесь, я его тоже сейчас покажу вам, то нужен только крючок. Итак, давайте наполним наполнителем голову, немножечко вытягиваем ниточку. Вот эта ниточка нам уже не нужна, мы ее тоже вытягиваем. И наполняем. Также плотненько набиваем голову. Еще немножко. Ну вот, голова у меня наполнена достаточно плотно. И сейчас я вам покажу первый способ, которым я уже делала ушки. Нам сейчас с вами нужен будет столбик с накидом. И смотрите, как он делается. Мы с вами заводим крючок в первую петельку предыдущего ряда и в предпоследнюю петельку. Мы с вами делаем накид на крючок, захватываем первую петельку предыдущего ряда и предпоследнюю.
мы с вами делаем накид на крючок, просто продеваем рабочую нить на крючочек, захватываем первую петельку предыдущего ряда и предпоследнюю петельку. Вот таким образом захватываем рабочую ниточку, продеваем через обе стеночки. Видите, у нас с вами на крючке 3 петельки. Сначала мы провязываем первые 2, потом захватываем еще раз рабочую нить и провязываем 1. Дальше мы делаем обычный столбик с накидом. Захватываем первую часть головы, вторую часть головы, протягиваем рабочую ниточку и провязываем. Видите, у нас получилось что-то похожее на ушко. Следующее тоже захватываем 1 часть головы, вторую часть головы и делаем соединительный столбик. То есть эту рабочую нить мы протягиваем через все, что у нас с вами есть на крючочке. Захватываем обе стеночки головы и делаем еще один соединительный столбик. То есть провязываем все, что есть на крючке сразу. Следующие стеночки захватываем и провязываем обычный столбик с накидом. Следующие, это последние 2 петельки мы будем захватывать. Берем, делаем накид на крючок, заводим крючок в петелечки, снова возвращаем и делаем вот такой накид. Видите, у нас получилось что-то вроде ушек. Теперь заводим крючок в самую первую петельку и снимаем все, что у нас с вами есть на крючке, делаем такой узелочек. Вот эту ниточку вытягиваем и обрезаем, потом ее прячем в голову. Как можно делать, сшивая, то есть чтобы у нас с вами не было вот этого вот пересечения, делается это следующим образом. Мы берем, обрезаем ниточку с достаточно большим запасом. Сначала делаем такой же столбик с накидом, заводим крючок в первую петельку, в предпоследнюю, делаем накид на крючок, заводим крючок в первую, в предпоследнюю, захватываем рабочую нить, провязываем первые 2 столбика, потом еще 1. Теперь мы берем и вытаскиваем вот эту ниточку полностью из петелек. Вот такое ушко у нас с вами получится. И одеваем сюда иголочку. И теперь начинаем пришивать изнутри, заводя иголку наружу, изнутри, наружу, снова изнутри, наружу, изнутри, наружу, изнутри, наружу, изнутри, наружу. Изнутри, наружу и снова изнутри, наружу. Ну вот, видите, вот такое ушко у нас получилось, и здесь голова достаточно ровненькая. Теперь снова берем крючочек, и нам нужно сделать петельку. Заводим крючок в то же место, где только что с вами сшили, в то место. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петелечку. Делаем 2 воздушные петельки, первая и вторая. Делаем накид. Снова заводим крючок уже в последние петельки нашего ушка и провязываем сначала петельку с накидом, потом просто петельку. Вытягиваем. Подтягиваем петелечки, снова одеваем иголочку в ниточку
надели ниточку в иголочку, и теперь мы просто заводим иголочку в рядочек, который находится ниже, и подтягиваем ушко. Все-таки надо завести немножечко повыше вот в эту петелечку и вот такие симпатичные милые ушки у нашего котеночка у нас с вами получились. Теперь заводим крючок, вытаскиваем его на противоположную сторону, не крючок, иголочку, прошу прощения, и делаем такой узелочек, закрепляем просто ниточку. Теперь эту ниточку продеваем через тельце, вытаскиваем иголку, равняем. Обрезаем эту ниточку. И, можно сказать, заготовочка для нашего котика готова. На этом этот урок у нас с вами заканчивается. В следующем уроке мы сделаем хвостик для нашего котенка, пришьем глазки, привяжем носик. Я покажу, как его можно будет вышить. Сделаем усики. И, конечно же, вот такую зелененькую поляночку, на которой он будет сидеть у нас с вами. Спасибо за то, что вы были на моем канале, что смотрели этот урок. Надеюсь, что вам это видео понравилось, все было понятно. Если какие-то вопросы остались, смело задавайте их в комментариях к этому видео. Пишите отзывы, ставьте лайки, оставайтесь на моем канале, будем плести много-много новых интересных игрушек. Всем спасибо и пока-пока! До новых встреч!